Здравствуйте! Я рада приветствовать и постоянных зрителей программы «Встретимся вечером», и тех, кто смотрит нас впервые. Так или иначе, а впереди 8 марта, и сильная половина человечества наверняка захочет чем-то приятно поразить прекрасную половину. А лучшего сюрприза, чем романтический ужин при свечах, пожалуй, не существует. А дядя Сэм, у которого в ресторане, как известно, все окей, к тому же еще и дамский угодник. Вы не знали? Как? Да дядюшка Сэм накануне 8 марта по всем американским штатам проехал, и в Филадельфии, и в Чикаго. Лучшие рецепты собирал для украинских женщин. Опять же, угодить хотел. В Майами ему про салатик рассказали, Клеопатра называется. Вкус бесподобный. На основе листьев шпината аппетитно располагаются разные овощи. Даже снежный горошек имеется и жареные на гриле кусочки сладкого перца. Балтимор знаменит салатом из помидоров с базиликом. Ах, какое это наслаждение! Не потому, что соус сладкий, а потому, что он от шефа. Знакомьтесь, Рой Гамильтон, собственной персоной. Под чутким руководством дяди Сэма готовит свои шедевры. Овощное ассорти, например. Или очень популярные в Нью-Йорке фаршированные баклажаны. И, кстати, вы заметили, что все блюда вегетарианские? Так ведь пост сейчас и начало весны. Чтобы быть красивой и стройной, витамины нужны. Спасибо дяде Сэму, позаботился. И про напитки не забыл. Знатоки утверждают, что комбинация из текилы, куантро и лаймового сока изобретена еще в 18 веке в Калифорнии. Маргарита называется. А вот составить из этих ингредиентов коктейль послойный догадались в Киеве в ресторане «Анкл Сэм». И назвали загадочно «Морозинис Найс Шот». Одним словом, приходите и празднуйте. Удовольствие гарантировано. Экзотику можно ощутить не только на Мальдивах. Да и зачем так далеко ехать? Тем более 8 марта всего один выходной день. Лучше провести его в экзотическом ресторане на Подоле. Текила Хаус называется. В честь благородной текилы, напитка ацтекских богов. О том, что в этом ресторане лучшая в Киеве маргарита, напоминать не нужно. А вот о романтическом ужине напомнить, пожалуй, стоит, особенно если правильно сделать заказ и выбрать весенний салат Баха из белокочанной капусты, свежих овощей под специальным соусом с хрустящей мексиканской соломкой и обжаренными грибами. Следуя экзотическим традициям, на горячее стоит попробовать фахитас артегас. Это жареные на гриле овощи и грибы в апельсиново-соевом соусе. Подается фахитас с красным рисом, лепешками и традиционным набором соусов. Вегетарианская тема прослеживается и здесь, не так ли? Мясо не предлагаем, а вот рыбка вполне может быть красная и белая, запеченная в духовочке с мексиканскими специями и шпинатным соусом. 8 марта в ресторане Текила Хаус каждая вторая маргарита бесплатна. Сюрприз для милых дам. Правда, кроме маргариты, в арсенале у бармена Кости еще много рецептов имеется. Коктейль для любимой, например, сладкий, с молоком и клубничным ликером. Тут эстетическое наслаждение завершается экстазом вкусовых ощущений. Удачное дополнение к коктейлю – это фруктовый салат и тортилла а-ля мексикан. Коржик такой, внутри которого бананы, персики и карамель. А сверху восхитительный шарик мороженого. Описывать кулинарные успехи ресторана Текила Хаус сложно. Чаще люди, испытывая восторг, говорят, ну просто нет слов. Между тем, не стоит забывать, что ревизор инкогнито посещает рестораны Киева и фиксирует свои наблюдения.
сюжет смешной, не так ли? Хотя в каждой шутке есть доля шутки. Программа «Встретимся вечером», конечно же, не претендует пока на мишелиновский уровень в оценке ресторанов. Однако должен же кто-то начать и в Украине, создать, так сказать, прецедент ресторанной критики, тем более, что это есть во всех цивилизованных странах. И напоминаем, что рубрика «Ревизор» снимается при поддержке торговой марки «Презентаційна». Это новая марка третьего тысячелетия. Под названием «Презентаційна» на заводе «Костелло Киев» производятся достойные вас напитки. А лозунг у торговой марки «Презентаційна» тоже новый, чарующий. Жінки знають, що презентувати і чим пригощати, щоб голова не боліла. І ще скажу по секрету, що у істоків торгової марки «Презентаційна» стоять талантливі жінки України. Приятно поразила идеальная чистота, стильный интерьер и форменная одежда официантов. Однако уровень обслуживания слабоват. Официантка плохо знает меню, а в заказанном картофельном салате с беконом бекона так и не нашел. Никакого вкуса не ощутил. Посетить ресторан еще раз желания, увы, нет. А накануне 8 марта я тоже хочу сделать подарок. Подарок моим дорогим и любимым зрительницам программы «Солодке життя». 3 года мы с вами обменивались кулинарными рецептами, а лучшие нам предоставлял известный в Киеве повар Василий Ковач. Итак, Василий, чем сегодня ты порадуешь зрительниц? Ну, я думаю, как всегда, тортом. Я думаю, это будет новый замечательный рецепт весеннего торта. Как всегда, для прекрасных женщин. Начнем. Надо приготовить песочное тесто, начинку. Пожалуй, с этого и начнем. Значит, для этого нам понадобится пшеничная мука, сахар, масло сливочное, яйца, рыхлитель для теста и ванильный сахар. После того, как тесто замесили, оставляем на 20-30 минут в холодильник. В общем, тесто месится не очень быстро, а в это время мы можем узнать, как дела у ресторанного эксперта. Интерьер отличный, соответствует названию. Обслуживание хорошее, но официанту стоит быть чуточку смелее. Кухня изумительная, особенно салат из морепродуктов с фруктами. Сдачу принесли быстро, а кассовый чек без напоминаний. Песочное тесто у нас приготовлено. Мы ставим его на 20 минут в холодильник, прикрыв влажной тряпочкой. И занимаемся приготовлением начинки. А из чего ты будешь делать начинку и чем она такая необычная? Начинку мы готовим из грецких орехов, фиников, карамели, сахара. Значит, на раскаленную сковороду мы насыпаем сахар, песок. И ждем, пока он не начнет плавиться. Значит, когда уже сахар расплавлен, добавляем финики и заливаем все это или густой жирной домашней сметаной, или хорошими сливками. Значит, тесто наше остыло. Мы его условно делим на 2 части и каждую часть раскатываем толщиной 0,5 сантиметра. Форма для торта у нас может быть любая, но в данной ситуации, думаю, будет лучше всего для нас сердце. Вырезаем сердце, перекладываем на форму и выставляем нашу начинку. Разравниваем равномерно начинку по всему тесту и накрываем другой половиной теста. Затем выпекаем в духовом шкафу при температуре 180 градусов приблизительно 20-25 минут. И правда необычно. Начинка печется вместе с тестом.
А так как у нас есть некоторое время, мы можем снова поинтересоваться, как дела у ресторанного эксперта. Интерьер не впечатляет, обслуживание без энтузиазма, а вот кухня какая-то странная. Вареники разварились так, что половина из них оказалась без начинки. Кассовый чек принесли после настоятельной просьбы. И что мы делаем дальше? Ну, выпеченный корж мы ставим охлаждаться и тем временем приготавливаем крем. Значит, 300 грамм сливок мы взбиваем на миксере, тем временем приготавливаем фруктовую добавку, так скажем. Значит, в взбитые сливки мы добавляем творог. Фрукты и распущенный на водяной бане, ну, естественно, заранее замоченный желатин. На остывшее тесто мы выкладываем начинку. Крем разравниваем и ставим в холодильник на полтора часа охлаждаться. Ну что ж, за полтора часа ревизор вполне сможет посетить еще один ресторан и поделиться с нами впечатлениями. Интерьер к Италии имеет довольно слабое отношение, разве что характерные итальянские напитки. Обслуживание на любителя. Официанты за спиной не стоят, не надоедают, однако, если что-то нужно, приходится звать. Кухня великолепная. Особенно понравился голландский соус и телятина брачиолла. Процедура расчета отлична, без комментариев. Вася, ну неужели это еще нельзя есть? Ни в коем случае, это же праздник, его обязательно надо украсить. Знаешь, Вася, ты превзошел все возможные ожидания. Кстати, я в этом нисколько не сомневалась. У меня просто нет слов. Вот единственное, я не представляю, как такой торт можно разрезать. И вообще, что с ним делать дальше? Естественно, подарить любимой. Если вы начнете 7-го, вы под утро закончите и можете подать его прямо любимой в постель. Подвели итоги походов ревизора по ресторанам и выяснили, что лучшим оказался крокодил. Интересно, как директор сейчас отреагирует на наш визит? Тем более, что победителю полагается приз от торговой марки «Презентатина». Вот этот замечательный кошек. Я говорю не корзинка, а именно кошек, потому что напитки торговой марки «Презентатина» истинно украинские и оформлены в национальном стиле. Их ни с чем невозможно перепутать. Крокодил тоже с другими заведениями не перепутаешь. Африка есть Африка. Правда, не жарко, а все остальное соответствует. Директор Евгений Кузьмин нам обрадовался, но не удивился. Уверен человек в успешности своего заведения, а приз от торговой марки «Презентатина» тому законное подтверждение. Что, думаете, мы забыли о конкурсе, объявленном в прошлой передаче? Помните, ужин в замечательном ресторане мексиканской кухни «Акапулько» должен выиграть тот зритель, кто первым дозвонился и правильно ответил на поставленный вопрос. Вам интересно, кто победил? Нам тоже. Здесь так уютно, что минуты ожидания летят незаметно.
А вот и победитель с женой и дочкой. Его зовут Евгений, фамилия Киричай. Он предложил наиболее точную версию ответа. Полезно быть эрудитом и получить законный приз – ужин в ресторане «Акапулько». Гостей встречает хозяин заведения Виталий Музычук, преподносит даме цветы и приглашает приятно провести вечер. Садовые салаты и фрукты уже на столе, а грузинское вино наливает менеджер фирмы «Риони». По счастливой случайности в день съемок в Акапулько проходила дегустация грузинских вин. На горячее – традиционный фахитос, истинно мексиканское блюдо на шипящей сковородке. Уверена, что индейским идолам приятно наблюдать за триумфом мексиканской кухни. Вообще, в мире гораздо более распространены маленькие семейные ресторанчики, рассчитанные на так называемый средний класс населения, нежели фешенебельные заведения для элиты. В Киеве пока все наоборот. Дорогих заведений очень много, а доступных и приличных очень мало. Так вот, Акапулько именно такой. Судите сами. Два маленьких садовых салата, большая порция куриных крылышек и острые фаршированные мексиканские перчики, обжаренные во фритюре, два пива и тарелка с фруктами обойдется ровно в 70 гривен. Прибавьте к этому уютную атмосферу, удовольствие от живой латиноамериканской музыки и согласитесь, ресторанный бизнес в столице Украины развивается в правильном направлении. А уж Сеня с Гогой к 8 марта приготовились по-особенному, с душой. В этом шинке вообще душевная обстановка. Луна светит, соловьи поют. Хозяюшка из окна за мужем наблюдает, чтоб сытый был, довольный. А для этого стол накрыть надо щедрый, от души. Чтоб и сальце с чесночком, и холодец с хреном, и селедочка с грибочками из раза были. Праздновать так уж по-нашему, по-украински. Попозже музыканты будут, тут уж и сплясать не грех. А 8 марта Сеня с Гогой лотерею устраивают для прекрасных дам. Нужно лишь прийти, и вам сразу предложат билетик. А там, как карта ляжет, кто выиграет розу, кто шампанское, вино или что покрепче. А сладкоежкам повезет особенно, конфетки-то вкусные. Да и телезрители в обиде не останутся. Дозвонитесь по телефону 234-06-92 и угадайте, сколько горячих мясных блюд в меню шинка у Сени и Гоги. А уж приз-то бесплатный ужин на двоих вам гарантирован. Дежавю – это не название, а образ жизни. И образ, надо сказать, весьма загадочный. Каждый день что-нибудь да происходит, причем само по себе. Советской армии вроде бы нет, а праздник есть. Раз так, его надо праздновать. И не кое-как, а серьезно, по-военному. К бару подойти строевым шагом и сказать: «Товарищ бармен, разрешите обратиться. Рядовой запаса, ну, тут понятно назвать свою фамилию, по вашему приказанию прибыл. Готов расслабиться и войти в состояние дежавю». И за 3 секунды военный коктейль Т-34 исполняется на глазах изумленной публики. Порция, понятное дело, фронтовая. На закуску вкусный минимум. Помидорчик, лимончик, вишенка. В дежавю дисциплина железная. В баре пьют. А солдатская столовая чуть дальше. Проходите, товарищи, проходите. Что, поглазеть хочется? Да, такой коллекции мотоциклов точно больше нигде нет. И что интересно, кончился бензин? Тут и заправиться можно. Но очень удобно. Военный распорядок нарушают разве что лица гражданской наружности. То на лошадях по залу скачут, то в вагоны набиваются, песни кричат. Путешествуют они, видите ли. Мир посмотреть, себя показать, конечно же, полезно. Но как только у военных обед, все тут как тут. Дисциплину соблюдают четко. Кто же от каши откажется? Да еще с ребрышками. И 100 грамм для храбрости есть чем закусить. Помидорчики, опять же, огурчики.
Эх, хорошо. Ну, с 23 февраля все вроде бы ясно. Дежавю уже было. А вот 8 марта еще впереди. Тут, извините, понимать надо, чего хочет женщина. Не военной дисциплины, это уж точно. Романтики, цветов, комплиментов. Тогда серия вторая, подводная. Плыла себе лодочка, перевернулась, а под ней кают-компания. Симпатичная такая, на 8 человек. Хотя для признания в любви компания, пожалуй, ни к чему. Лучше подойдут цветы, вино, сладкие шедевры, один из которых – Святой Валентин. Люки закрыть от любопытных глаз. Взять гитару и спеть для своей любимой. В дежавю поют все, начиная с директора и до последнего, то есть любимого, клиента. Приезжайте, будем петь и непременно хором. Любимая, милая, ты моя. Это надпись красивая смотрит в окна твои. Может, строчкой счастливая марта хранимая будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.